находится в Болгарии, в Пловдиве, на выставке, технической выставке Пловдивского панера. Вчера мы получили здесь два очень больших призов. Мы очень рады для этого. Были награждены два наших продукта. Один с золотым медалем, а другой с призом инновативности. Продукт за инновации и золотой медаль Пловдивского панера в направлении электроники. Золотую медаль мы получили на очень практичный светильник, который предназначен для освещения коридоров общественных домах. В основном он предназначен для швейной промышленности, куда надо очень много света на дешевле цене. Нормально, если какое-то швейное производство работает на 8-10 часов, только с эффективностью от электроэнергии этот светильник оплачивается на не больше, чем 6-8 месяцев, потому что кроме очень хороших показателей, у него цена очень дешевле. Внутри вставлены только материалы световно известных производителей, как Osram. И мы даем гарантии не меньше, чем 2 лета на этого светильника. Приз инноваций получил вот этот светильник, стоил 150. Внутри тоже поставлены светодиоды Osram. Он очень хорошо пригодится на какие-нибудь тяжелые производства, где загрязненная среда. Он тоже очень экономичный. Вот это, чего вы видите, равняется на две люминесцентные трубы 36 Вт. При консумации только 400